stupid, bloody ancient techno. Oh God. Isaac, I think I just started the launch sequence and I don't know how to stop it. You what? Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидон, и мы продолжаем проходить шикарный Dead Space. Ну что же, в последней части мы остановились на том, что прошли шикарную дополнительную миссию, которая была у нас про дерзкого ковбоя Эдвардса. Правда, он погиб уже 200 лет назад. Ну, конечно, не 200, попозже. Чуть-чуть, но все-таки очень-очень давно. А сейчас мы продолжаем нашу главную миссию. Но, подождите, прежде чем отплывать, так сказать, отъезжать, я залезу в станок и распакую все наши вещи, которые мы забрали у этого сержанта в нычке. Итак, мы взяли общий медик, это видимо, какое-то дополнение. Новая цепь у нас, еще одна цепь. И вон у нас сколько ресурсов из этих ящиков. Компактный модулятор еще мы получаем. И еще один ящик раскрыли. Отлично, так, посмотрим. У нас что-то есть новое. Новое. А что, собственно, новое? Мы можем открыть дополнительные слоты модификации. Но сначала я посмотрю, может быть я что-нибудь смогу сделать сам. Даже не знаю. Посмотрим. Так, чертежи у нас. Создать предметы пока не нужно. Базовый лазерный пистолет. Но мы это уже делали. О, дробовик. Стандартный дробовик КССК. Ну, конечно, неплохо. Но он требует достаточно много ресурсов. Особенно, когда у нас есть... О, черная дыра. Ну, смотрите-ка. Она требует невероятное количество ресурсов. Видимо, только под конец игры. Цена 2000, 5000, 3000. Ёлки-палки. Вот это цены. Вот это цены, дорогие друзья. Очень-очень-очень много. Если металлолома у нас еще достаточно, то полупроводников требуется просто нереально. Силовой пистолет. Ну, да, он... ущерб у него очень-очень низкий. Но у него есть какой-то нижний блок, который сильно наносит урон. Причиняет кинетический ущерб на ближних и дальних дистанциях. Ха. Можно, конечно, на него подкопить, сделать силовой пистолет. Или сделать вот этот меллинир, оружие, которое родилось в самой Волгалле. Забавно. Удивительно, что стоит этот меллинир недорого. Относительно недорого. Нам нужно на него еще немного вольфрама. И все. Почему-то именно полупроводники и вольфрам в основном нужны на крафт у нас. Другие вроде как-то и не очень. Но можно скрафтить, конечно, дробовичок. Давайте, он не стоит вольфрамом, поэтому давайте сделаем дробовичок. Собрать оружие, давайте соберем его. Так, назначим ему слот. Выбрать расположение склада. А, это в сейф положить? Нет, в сейф мне не нужно. Ну, давайте вместо второго оружия я его поставлю. Будет у нас такое для коротких дистанций оружие. Так, и давайте, конечно же, его подретушируем. Нижний блок ему сделаем. Гидравлическое можно ему поставить, конечно. Или можно создать новый блок. У нас есть одно гидравлическое, и остальные мы можем скрафтить. Но у нас ресурсов, как видите, у нас ресурсов совсем мало. Стрелковое оружие не стоит того, чтобы его делать. Конечно, излучатель Теслы хорош. Плазморез. Вот плазморез, нет, у него низкий очень урон. Очень низкий урон. Ладно, давайте гидравлическое оружие я ему поставлю. Пускай уж будет гидравлическое у него. Вариатор нижнего блока. Не надо нам пока. Насадочка. Можно насадку как раз вот поставить общий медик. Но у нас нет напарников, поэтому, собственно, кого нам лечить. Можно создать новую насадку. Называется лишний патрон. Увеличит объем обоймы для вас и напарника. Можно, конечно, поставить, но я пока не хочу. Ничего такого интересного нету. Конический рассеиватель. Производит надежный дробовик. Что это значит? Эти вариаторы стыкуются с верхним блоком и модифицируют стрельбу. Ха. Ну, не знаю. Какой-то странный он это. Так, нижнюю станину можно
Пусть будет такая. Давайте цепи, конечно, модернизируем. Поставим ему, безусловно, перезарядку с уроном. И давайте еще поставим ему еще урон, чтобы он прям выносил у нас. Так, ну, а нижний блок я, честно, не хочу даже трогать. Потому что он у нас для ближнего боя, да, можно улучшить, но я не вижу в нем какой-то такой особой прям силы и мощи. Ладно, все. Я думаю, тут все уже сделали. Можно, конечно, цепи здесь поулучшать, открыть новые за счет вольфрама. Но вольфрам — это прям очень-очень такая ценная вещь. Самый ценный ресурс в этой игре. Посмотрим, как он у нас выглядит. Вот такой вот неплохой. И мы уже отправляемся наконец-то по нашей целевой основной миссии. Куда отправимся? На корму. На корму ведь нам, да? На нос судна нам не надо. Поэтому на корму отправляемся. Посмотрим, что там у нас за этот челнок. И как нам сказали, мы надеемся, так же как и наша команда, что это просто не куча хлама. Покачивается у нас что-то наша вагонеточка. О! А вот мы и... Вот мы и приехали. Надеюсь, что дробовик будет мощный. Я смотрю, что 4 заряда. 7 зарядов. 7 зарядов, это хорошо. Звуковые сигналы показывают, что склад ресурсов рядом. Склад ресурсов? Интересно. Так, зайдем. Это что у нас, склад ресурсов здесь? Может быть. Так. Это мы, конечно, открыть не можем. Что за торсионный вал? Стрелковое оружие мы нашли на халяву. В вашем инвентаре нет торсионного вала. Да откуда ж мне его взять-то? Он так ниоткуда и не возьмется, если вы мне его не дадите. Ну ладно. Раз здесь ничего нету. Говорили, склад ресурсов. Наверное, где-то дальше, что ли. Хотя, знаю, не знаю. Ладно, пойдемте дальше. Ой-ой-ой. Опять эта гадость. Опять эта гадость. Слушайте, а дробаш-то зверь. Пробегаем. Пробегаем. Полетел. Когда эта хрень уже откроется, слушайте? Дверь просто ужасная. Давай, открывайся. Ох, наконец-то. Все, проваливайте. Фу, бессмертные уродцы. Но дробовик, слушайте, зверь просто. Отшвыривает их просто шикарно. Да, я думал... Я не думал, что он здесь будет отшвыривать. Просто думал, такой хороший урон на ближнем расстоянии. Да. Челнок, конечно, похож на огромную кучу мусора. Кстати, к нам ведьма идет. Сейчас из решетки, наверное, вылезет из этой. Да? Слышите, как она по вентиляции идет? А может, это музыка? Ну ладно, ладно, давайте двигаться дальше. Она-то выпрыгнет по-любому сейчас. А вот нам надо двигаться. Так, здесь у нас есть лифт. И что это за панель? Что это за панель? Вызвать. А, это, видимо, тоже лифт. О, это лифт на другую сторону. То есть даже не лифт, такой некий паром. Включить, включить. Ну да, и что? Многоосевая. Ага! Гондола, мы можем спускаться на ней и вниз, и направо, и налево. Хорошо. Давайте подсоберем ресурсов, а то у меня
На аптечках, конечно, поиздержался. Можно их скрафтить, безусловно, но... Это ж не наш метод, когда тут столько халявы разбросано. Мы нашли стазис-поддержку. Посмотрим, что это попозже. Хотя можно посмотреть сейчас. А, да ладно. Не хочется, хватит. В каждой серии будет понемножку станку, понемножку станка. И в основном должно быть прохождение. Потому что не все же нам у станка отстоять, правда? Мы же не работать сюда пришли. Воу! Как она хорошо взрывается. Просто благодать, а? Обожаю эту ведьму. Конечно, когда попадаешь ей куда надо. Давай, 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 yes. На тебе. Отлично. Давай, иди. Ха-ха, отлично, просто отлично. Давайте, ведьмы. Ух, ё, промазал. На. Вот так. Все? Успокоились? Нет, еще орёт где-то. Слышите? Как же ее можно не слышать? Орёт. Ой-ой, плохо ей там, плохо, видимо, без нас. Без нас скучает, скучает бедняжка. Ну ничего. Скоро составим удовольствие ей. То есть, составим-то мы ей компанию. Ну где она? Вот она. Вот так. Добегалась, дорогуша. Так, все двери что-то у нас позакрыты. Ворёт, а? Ворёт. Ладно, давайте по лестнице спустимся вниз. Наверное, нам все-таки туда надо. Ворёт. Ну давай уж, скорее, выползай. А, ладно. А, так это лестница наверх. Я думал вниз. Так, тут у нас еще что-то. Модуль удаленного локатора. Ух ты, 2 из 3 частей пульта собраны. И что это значит? Вот она. Все? Да. Крики кончились эти безумные. Нет? Нет, не кончились. Нет, крики так просто, видимо, не кончатся. Ой, орёт ты как, орёт. Давайте чуть выше поднимемся обратно. Какой-то пульт мы собираем. Я, к сожалению, немножко диалог пропустил, но ничего страшного. Наверное, собираем пульт, чтобы как-то взаимодействовать с этим челноком. Хотя он, конечно, представляет кучу мусора. О, забавно. Давай. Ха-ха, обожаю это. Давай назад. Давай, давай, чего ты? Не бойся. Отлично, слушайте. Уходишь на лифт, они лезут обратно в свою вентиляцию. Мол, меня уже тут нет. Надо залезать обратно. Давайте спустимся в самый низ. А, нет, это не самый низ. Это просто какая-то нижняя палуба, что ли? Так. О, люк. А тут у нас что? Так. Вставьте пульт. Угу, понятно, вставили. Вставьте пульт. Так, ну, видимо, да, понятно. Целого пульта у нас нету. Значит, нужно искать. Так, поднимемся теперь обратно наверх. Да включить, включить. Ага. Надо чуть ниже, вот на ту палубу под нами, которая находится. Вот здесь есть небольшой лифтик. Ну, давай уже. Давай, не стесняйся. Все свои. Ладно, не буду ждать ее, надоела она мне. Не хочет она к нам идти, дружить не хочет. Поэтому, наверное, с ней внизу все-таки рандеву у нас случится. Ну, влезай. О! Я же сказал. Ничего себе, она с дробовика разлетелась с такого расстояния.
Блин, дробовик шикарный, слушайте. Тут одно оружие лучше другого прямо. О, сколько у нас патронов-то. Системная плата пульта. Вот мы и нашли последнюю. Сейчас без какого-нибудь босса не обойдется. Я вам гарантирую. Подожди, обойму-то взять. Ага. Так, а там мы все взяли? Да, вроде все взяли. Ну все, готовы управлять нашим челноком. Правда, конечно, побитый он. Побитый знатно. Полетали на нем. Так, что-то мы назад вернулись. Ой-ой-ой. Ты так... Не шути. Не шути так со мной. Налетел на меня просто жуть. Ладно, поднимаемся обратно к нашей гондоле. Как она интересно называется. Гондола. Подлечились. Так, ну и что будет-то? Что будет, когда мы сейчас пультик-то активируем? Потому что эти уроды что-то и лезут, и лезут, и лезут, сколько бы мы тут ни бегали. Ну, давай, вставь пульт. Не понял. Так, давайте посмотрим наши задачи. Миссия. Нашел 3 из 3 деталей челнока для дистанционного управления. Надо найти остальные и принести их на станок для сборки дистанционного... Ах, на станок! Понятно. Тогда, видимо, нам сюда, прямо к станку. Ну, как интересно. Такие обычные элементы, как станок, вплетаются в сюжет. Ну, давайте. Я отобьюсь и сделаю пульт, нет? Так и знал, что отобьюсь сначала. Блин, быстро выскочил. Слушай, отвали от меня. Да, мажак, куда он хватает, башку ему отрывает, нафиг. Пошел вон. Вон пошел. Отлично. Он нижний брейк танцует. Забавен. Так, давайте собирать. Так, системная плата, радиоконтроллер пульта, модуль удаленного локатора. Е-сборка. Стрелковое оружие. А, ну это просто то, что мы насобирали. Все собрал? Видимо, все собрал. Хорошо. Вот, отлично. Теперь вернемся обратно и, наконец-то, вставим наш пульт. Так, стоп, не та кнопочка. Включить. Ага. Все, наконец-то. Вот. Good. It's out of fuel. Wait, there should be a refueling station on the upper floor. Here, I'm sending you the coordinates. Okay. I'll head up and refuel the shuttle. We can try restarting it after that. Такс. Как вы поняли, у нас еще одна проблема с нашим старым челноком. Как бы он вообще не развалился, когда мы с ним все-таки добьемся от него чего-то полезного. Надо его заправить, потому что наши предшественники, к сожалению, даже горючего на нем не оставили. Ну ничего, я думаю, это дело поправимо. Корабль огромный. Горючка найдется. Ага, и у нас кокетливо открылась дверка. Видимо, у нас и та противоположная откроется. Или мы просто выйдем из нее просто. Ну, когда пройдем так кругом, наверное. Зашли сюда, вышли оттуда. Да, наверное, так и получится. Ух ты, елки-палки, он через 2 помещения просунул. Длинный, здоровый. Ну да, чего мы хотели. О, это же наш старый обычный зомби. Смотрите, как они хорошо разлетаются от нашего нового шикарного оружия. Давай, паренек, не робей. Эй, ну ты что такое? Ты прямо даже как не родной. Эй, да ты что такое вообще? Что вообще вытворяешь? 3 позвоночника у него. Наконец-то. Что-то первый более
более быстро развалился. Эти что-то прям подольше держались. Крепкие малые. Так, возьму сейчас дробовичок. А, давайте бота запустим, что ли. Где у нас бот? Ага. Так. Давай, собирай нам тут всякую штучку, пока мы будем миссию выполнять. А ты нам собирай. Так, миссия нас ведет. Ага, прямо в лифт. А там чего? Нет, мне не хочется идти туда, куда мне указывать. Сначала я посмотрю, что здесь. Так, тут у нас стазис модуль. А, ну и выход, как я и говорил. Кстати, как я и говорил. Зашли в эту дверь, выйдем через другую. Сейчас по-любому какой-нибудь злодей вылезет, будет нам мешать. Нет, я не дам тебе заправить этот шаттл. А, спустить на землю, раздавить. Кинезис, удобная штука будущего. Да, вот еще что хотел сказать. Забавно, что такой момент получается, что 200 лет назад, судя по, так сказать, прологу игры, что сейчас костюмы вообще не изменились. Вообще, за 200 лет костюмы вообще не изменились. Это как это так? Наука стоит на месте, видимо. Или это все из-за юнитологов эти кошмарные? О, вот это система залива топлива, так система. Теперь у нас что, форсунки какой-то нету? Ладно. Требуется ручное соединение. Видимо, ага. Жесть. Здоровая штукенция. Ну и конечно, нас не могут оставить в покое без того, чтобы не лезть на нас. Хороший дробовик, очень хороший. Я думаю, следующее оружие будет еще лучше. Ну давай, иди сюда. Шикарно вообще. С одного выстрела убивает. Вот это круто. Нет, вы видели? Его просто в хлам разрывает. Отлично. Так, установили мы форсунку. Вынуть ее теперь, что ли, надо? А, нет, не надо. Ну ладно, пусть так будет. Сама, что ли, вынется. О, что это такое? Забирайся по лестнице к звездам. Ха, это что, то ли концерт какой-то, наверное, проходил, то ли премьера фильма. Okay, tank's full. Try again. That's more like it. Okay, I'm initiating a test fire of the shuttle's engine. Take cover. This could get hot. Ну что, запустили? Stupid, bloody ancient techno. Oh, oh God. Isaac, I think I just started the launch sequence, and I don't know how to stop it. You что? What? Look, just get out of that chamber before it bakes you to a crisp. Oh, боже мой. Так, нам явно не сюда. Обалдеть. Сейчас мы тут еще и зажаримся. А как они вообще совершали запуск тогда, в таком случае? Вот тут же люди сидели в этом, в пункте, в начальном запуске, откуда мы сами оперировали. И что, когда они хотели что-то запустить, у них тоже все горело, и они сгорали тоже в огне? Так что ли? О да, я понял, что нужно сделать. Прекрасно понял. Уйди нафиг отсюда. Ух ты, елки-палки! Вот этого я не ожидал. Пробегаем. Фух. Так, подождите, стоп, 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 стоп. Аптечку-то надо было взять, что не мог я уйти без аптечки. Так, ну все, да? Еще одну цепь нашли. Отлично.
Ух, елки! Елки-палки! Прибегаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Куда нам? Лифт, лифт, лифт. Точно, лифт вызвать. Ноги я тебя оторву. Без ног ты должен быть поспокойнее, паренек. Наверх, наверх. А ты тут корячься. А ты корячься, да. Без ноги. Красавчик. Подлечусь на всякий случай. Да, ну, так я и думал, что какой-нибудь катарсис начнется. Ой, там что-то лежит. Не могу бросить обоймочку. Ух, ё, отойди, урод. Пошел ты. Так, ждем. Ждем, ждем. О, пробегаем. Что? Закрыто? Закрыто? Да как вы это вообще представляете? Закрыто. Дверь. Урод. Фу. Так, куда идем? Сюда, да? Я не знаю, наверное, сюда. Какие еще затворы, елки-палки. Вот руки-крюки, а? Не могла запустить нормально шаттл. Теперь тут все горит. Давай, давай, лифт. Быстрей, елки-палки. А раньше-то как тут все спокойно было, ничего не горело. Теперь все взрывается, все из-за этой бабы. Елки. Так, пробегаем, пробегаем, пробегаем. Я слышу опять это рычание. Он опять идет за мной. Он опять идет за мной. Опять идет за мной. У него прям любовь какая-то ко мне. Так, куда мы? Куда мы движемся? Все правильно? Ой, как тихо стало, умиротворенно. О нет, здесь опять какая-то жесть. Ё-моё! Добавлено задание. О-о. Там... Что? Это же бочка с горючим. И как нам ее вытащить? Она не вытаскивается. Она не вытаскивается. А если я ее взорву? Да тут все к чертям взлетит на воздух, наверное, да? Ладно, я попробую. Не-не-не-не-не, это опасно. Это слишком опасно. Или, наверное, нужно встать за пулемет, да? Точно, точно, точно. Включить. Ага. Ух ты, классный пулемет. Воу. Ух ты, елки-палки, а? Вы поглядите. Да, да, наконец-то мы этих уродов убьем. Наконец-то. Наконец-то. Давайте, мне вас не жалко. Прыгайте сколько хотите. Надо еще успевать взрывать эти бочки. Вот это да, вот это тир, вот это веселье, наконец-то. Давай, давай, давай. Ох, ё! Держись! Держись, Айзек, держись! Держись, во что бы ты ни стало, держись! Давай, ползи! Воу! You did it! He did yes! it! Yes! Thank God, Isaac! Attaboy, Isaac! Okay. Okay, everybody. Let's get the docking bay ready to receive the shuttle. Isaac, we'll see you when you get back. Фу, ну что ж, дамы и господа, я думаю, на этом время закончить эту часть прохождения игры Dead Space. Это было офигенно, мне очень понравилось. Надеюсь, что понравилось и вам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.